быть, ты все-таки в Холи Кресте. Рома поддался на твои чары. Шустрый шам не здесь. Он чем ливает? Ждем хилов. Да, го, помоги. Да. Вот мы и на месте. Изи. То, что произойдет здесь. Ну сейчас, если большой сагрит, то давай. Важно, да я захилю, ты чё? Давайте не заходим. Отсюда здесь будем бить. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Посмотрим, что ретрики могут после обнова. А уже вышло? По идее, да, писали, что применили. Что за обнов? Типа булька теперь ГКД не вешает. Когда прокает. Клялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно, и я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. Перекиньте меня в пятую пати. Зачем? Не знаю, ману регенит, наверное. Залейте шами ману. Читать это заклинание. Бывает, захилил, умер. Маги, дайте ему что уделили. Не агрипконский. Свой, да. Это заклинание еще не готово. Да я в ДЦ, если что. Ну а другие хилы где?
ребят, здорово. Слышно, здорово? Слышно. Привет. Ребята, давайте победим. Присамоньте меня, пожалуйста. Очистили трэш в этот великий подземелье. Да чё? Так, я ни одного из этих хилов не знаю, поэтому я вам не доверяю. Джерри, у тебя холипал есть же тут? Дмитрий. А, есть. Зандари. Это Артём Бах? Ты в Аркадиум? Здорово, здорово. А ты умеешь хилить? У тебя там реально 5,7 ГС? Нет, вру, 5,9. Ой, это серьезная заявка на CLK-20 Пионер. Ну ладно, посмотрим. Чё, в ШП? Нет, ты в холике. Или что, Джерион, или ты холипалом будешь сразу? Да пускай хилит, блядь, с Димаршамой каким-то, блядь. Там 20 кхпс больше. Ну давай, Войд в ШП, Джерион в холипала, в 4 пока хила, посмотрим там по ситуации. 4, блядь, это оскорбление для Джерриона. Ну я не хотел оскорбить, я просто там 5,9 аршам, эрдру, который я не знаю, и шаман, который я не видел, который нормально. Джерриону как раз с 5,9 хилит она. А кто у нас будет на леди танчить? Питкин, у тебя есть? Танк-аспект. Отлично. Сейчас с ребра выпадет шмот, не очкую. Не, ну серьезно, там у кого? Дизонер есть, танк-аспект, Нейкист есть на одного босса танк-аспект? Не начавшись, никто не смеет входить. Вы молодцы, там ребята. У кого-то из лага есть спект точно. У Шурупца вроде был. Шурупец, у тебя есть танк-аспект? Ты сможешь трэш на леди удержать? Роял-то ты. Да ладно, я зайду потанчу ебать, пока голову. Да там бопы можно покидать, да все. Лёша, Роял, ты тут в РК? Да. У тебя нету. Есть танк-аспект? Нет? Нету. Ладно, зайду потанчу на леди. Давайте. По бафам. Джерион кресты, Нейкист кулаки, Дизонер каски, Поклонский прото. ДЦ у нас нет, поэтому бафники прото, пожалуйста. Кушайте рыбу, она есть? Меняй. Поставил рыбу. Пейте фласки, напишите в РК, если вы ролите на другого персонажа, или на другой спек, не тот, в котором вы идете, или ЕП получаете на другого персонажа, или если вы не натурал, тоже напишите в РК. Там написал, что я ролю Глорус меча, я не натурал. В общем, я нажимаю чек на пул. А, повысьте меня, пожалуйста, еще там мне кто-то, блядь, всех персов попонижал. Я вас страхал.
Дайте каску Лока. Почему ты не можешь повысить каску Локом? Дайте. Блин, а кто может еще повысить? Да нет. Потом релогнешься, повысишь когда. А пока ты будешь добычу делить. От 15 нет. Я релогнусь. А кто будет? Сейчас релогнешься? Да. Поклонский, ты здесь? О, дайте каску, кулак магам, пожалуйста, и лапу, если можно. Не, не надо, Геру, без команды я все скажу. Переживай. Каску, кулак магам. Каску магам, пожалуйста, и лапу, пожалуйста, маг. Ну или пету моему, вот псу моему. Пси. Типа высим. Все, чек на пол. Ну тут на ребре Геру с пула давай. Пыщ-пыщ. Оксана. Все готовы? Начинаем. Кто бьет шипы, тот бог. Ребята, разбейте шип на квадрате. Уривары, вы очень сильные, ребята. Я опять на шипе второй раз, вы меня не бьете. Вихрь костей! Беги, малышка, беги! Что там Мосхан стоит? Ну, сказал, начал бить. Да, в гире вихрь кости что-то реально продолжить. Отверните, боже мой. А он не кливает после этого. Ну, первые 10 секунд. Гимна мана зачитай. Мы же еще даже не дрались. Мать, это не шип. Там да, будут шип сегодня бить? Нет, там фулл хп. Не, просто чтобы не экономить. Вар Эльвим, ты здесь? Я здесь, просто люди охуенно бьют шипы. Тише. 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 Пояс на main spec за full dp роли. Йоло Раш. Кольцо на хила за 10% нужно кому-то. Рад тебя видеть. Давайте комбинация кнопок для тех, кто будет забирать весь ненужный шмот. Это будет 4 российские буквы русские. Одна цифра и один значок.
ТПНХ 9 решетка. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной. Так, я пошел на ПДК. Да, конечно, там пацаны по 7к ДПС есть. Господина, нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Даня, дай пак. Даня, возьми в рейд. Лидера дать? Или ассиста? Да не надо, я не в гильдии. Можешь ассиста дать, лидера точно придет. Я не знаю, как вы хватит перехила, вы что, боги, что? Не, ну на леди не надо перехила. Не остальных надо. Остальных всех боссов... М? Не, не надо ничего сливать, у вас три шамана там. Спелят или что. Не знаю, идем в 4 хила все время, Синдра ли... Валя Синдра в 5 хилов. Все, че, никаких этих не надо передумать. Дайте сумон, пожалуйста, сумон, ребята. При сумоне. А вот гнилой, например, проф, сейчас сложновато. Ну, понятно, совет. Первый квартал можно хилить и в 3 хила, и в 2. Леча можно хоть в 2 хила. Сейчас смотрите, 2 БДК слева танчим трэш, дайте фулбаф, пожалуйста. Квест мы не делаем. 2 БДК слева танчим, все милики бьют слева трэш. Протопал справа танчит, все РДД справа бьют трэш. На леди только разбойник сидит, остальные все дамажим трэш. Трэш дамажим, а первый на пул на гел додаем, все остальные на пулы на Джеймс. Потом. Ты будешь, Дань, ДД шмот какой-то одевать? Не. Бать, что, сильный? Дайте, пожалуйста, каску и лапу на ДК. Кот на боссе, моно. Моно, кот на боссе, если будем убивать трэш. Если не будем, то ниня. Лапу, друиды, лапу. Кот, дай лапу, кот. Красава. Давайте чек на пол. Фротон, ты здесь, Фротон? Все готовы? Начинаем. Бьем босс. Уничтожайте мобов, пожалуйста. Просто разваливайте. Ты не в силах противиться моей воле. И покажи чужакам мощь нашего господина.
моей воле! Опять я не слышу. Стоп ДД по боссу, стоп ДД в босса. Стопнули, не бьем никто босса. Все, я... Там доты переведут, я пошел ловить. Надо было бить, блядь. Трэштики. Меня отвлеклись. Бейте все трэш, дайте рост, рост. Контроль, ретриков, смотрим за духами, духи вышли. Все за духами смотрим. Иннер шаману зомбари. Вставай иннер шаману, никого не бэрить. Зидла иннер. Смотрим все за... Бьем трэш, смотрим за духами. Сова, поднимай кота. Поднимай кота, сова. Все трэш бейте. Ой, я в контроле, отлично. Зинадлаина, подними, пожалуйста, без бун, бун, вот без биста там какого-то кота. Эста, поднимай Джериона. На пулы на Джеймса. Хант и Рога на пулы Джеймса. Тарагоса, уйди в инвиз. Трэш справа все бьем. Кот опять что ли умер? Я только встал, сразу лёг. Контрольте, ШП, мага. Полсекунды прожил. Смотрим за духами, духи, эрдру, духи, эрдру. Ладно, бьем спокойно, нас очень много, у нас все есть, короче, бейте. У нас сдохли бесполезные классы. Духи. Кроме демолока, конечно. Напуливайте все на Гелда. Трэш слева бьем, смотрим за духами. Все за духами смотрим. Только за духами смотрим, бьем трэш слева. Беги, беги, совушка, беги, братка. Ильте сову, боже мой. Хорошо. На пулы Джеймса. Все на пулы Джеймса. Джерин, ты задолбал, умер. Трэш справа. Все бьем трэш. Смотрим духи в центре. Эйкист, прожми сальву или дай максимус ее. Охуенно, все хилы сдохли от духа. Просто охуить. Вечную тьму. Чё там, вставалки нету, шустрый шам? Где она? Духи, духи, давайте. Неху хилить, тут один эрдру выхилит. Ходите, служи так. Духи в центре. Не ловите духа, вы все, и убьем. Шурот, пес, не бей босса. Все, я забрал. О, все погибли. Я уничтожился. Ладно, падайте, не тяните время, падайте. Ебачи, блядь, кукурузные, сука, духов ловят, стоят. Блять, мне с работы звонят, а я в телефон говорю, стоп ДД по леди.
Они думают, я там групповух. Сука. Извините, я просто меня отвлекли, я не знал там процентаж, поэтому сказал стоп, а теперь никуда не стопнули, правда, но это даже плохо. Там стопнули, просто доты перевели. Надо было кричать, что ебать, Джейми, ты дебил, надо было не стопать. Вот не стопали. Ребята, на этом боссе только одна тактика, одна единственная, одна неповторимая и шикарная. Смотреть своим красивым, милым, бородатым ебалом в разные стороны и не ловить духов. Если вы будете своим красивым, милым, бородатым ебалом крутить, мы всех убьем. Честное слово. Пожалуйста, вот призыв духа у вас пишет синеньким на экране. Если не пишет, то у вас противный голос в наушниках. Это говорит все равно. Я говорю, типа, ребята, духи, духи, ребята. И вы все смотрите на духа, вы бежите от них. Просто бежите. Просто вы думаете, ебать, я, конечно, не кукурузник, я его не поймаю, но возле меня стопудово стоит какой-то ебач, который поймает. Лучше я отбегу. И отбегаете. Отвечаю, это профит. Отбегаете если сразу это не... в Долоран, блядь. Если мы не будем отбегать от духов, то вы побежите в Долоран. Вот так правильно будет сказать. Я не знаю, я просто бородатый, Оксана, если ты не бородатый, это зачем? И там это... капли-то сливайте, я там одного успел засейвить, остальные от капли да, умирали. Ребята, ретри-паладины, прожимайте капли, пожалуйста. Братишки, прожимайте свои обилки, которые могут помочь леди, ну, кроме роста. Присты, пожалуйста, диспельте, леди, диспельте. Нажимайте по ней кнопку рассеивания заклинаний периодически. Уважаемая сова, немножко кот, 4 шипы, 4, сука, шипы, 4. Давайте фиры, фиры, давайте, давайте, фиры в ребят. Поклонски. Подождите, нету протопала у нас, не бахайте. Еще рыба стоит, кушайте рыбу. Сейчас четко скажу, будем стопать, не будем, а потом как бы все будет. Что он там писал, что они поклонски? Я релок писал. Да дамага хватает, чтобы не стопать. Дима, Джерион, ты слышишь? Нету протопала. Димон, Димка, Дима. Димон. Зато есть 4 приста, которые не бафуют приста баф. Сейчас он придет, они бафнут. Они бафнут все, как только придет протопал. Если бы это был мой райд, все бы присты уже получили по 500 гп. Если бы это был твой рейд, то ты бы пошел нахуй, но это не твой рейд. Жалко, что это не мой рейд. Я бы 500-очку бы накинул. Сейчас бы бафнуть, чтобы не получить ГП, а потом бафнуть еще раз, когда пацан прибежит. Давайте, вот теперь фулл баф, ребятки, фулл баф, на протопале ни одного бафа. Давайте, Димон, Джерион, крест, Дима, то 500 гп будет, Димон. Красава. О, сразу все забафали, давайте, чек на бул. Трэш поактивнее бьем, вот прям активничаем в трэш. Просто активничаем. Йолла раш. Спулили босса, йолла раш готов, давайте, поехали, поехали, поехали. Фулл дд в босса, кто спулил, и вонючая пидорюга. Прекрасно, замечательно. Уничтожайте леди. Одного моба можете не уничтожать. Босса все. Контрольте, контрольте паст лайфа. Пипки на контрольте. Боже мой, демолока, ловите в контроль. Это морфозита. Господи. Анка, ты же ПВП, парень, девушка. Ты же можешь тоже контролить. Я вообще-то каждый раз контролю. Ты богиня, богиня в этом рейде. Богиня сильнее тебя здесь только, Джерио. Трэш, 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 справа, слева трэш. Сову ловите, сову в контроль, совушку, совеньку. Дал ей сало, ебать, прям вихрь взял.
Ладно. Опять что-то капрус диспелил. Ребята, тут моб. Моб, которого нужно уничтожить. Он РДДшный вроде. Он упал. Давайте, фулл ДД в босса, рост. Поклонский минус. Рост в босса. Давайте, кот, поднимай протопала. Кот, блядь. Какой трэш-то. Это пизда. Это пизда. Все в трэш. Призывайте войско. Все 3ДК войско призывайте. Трэш играем. Все в трэш. Давайте, контроль. Не раз... Духи смотрим. Похуй на все духи. Почему сразу минус 20, блядь, когда вы падаете? Не будем бить, падайте. Будем стопать, будем третью волну в любом случае ждать. Нихуя не можем. А как можно протопалом умереть на леди? Просто не ждите, я... Я, наверное, зайду сейчас, попробую умереть протопалом. Может быть, нажал сакру. Его и в первом трае почти фулл хп снесли. Почему-то. И сейчас он вообще сдох. Сейчас будем учиться бить леди. Некоторым, конечно, из нас надо вообще учиться бить. Ебать. Всегда любил такие гайды. ДПС просто отвратительный. Просто, как будто, ребята, я не знаю, можно, как будто за ваши компьютеры... Можно спекнуть ДЦ, и проблема уйдет. А кого ты... А у нас есть ДЦ у кого-то? У кролики. Ты считаешь, что проблема с тем, что 6 волн трэша выходит в том, что нет ДЦ? Не, я считаю, что Мстительная Тень бьет 247, щит волонера не всегда висит, а щит ДЦ всегда висит. Кролика, спекайся в ДЦ, а Джерион, спекайся в ретрик. Нету ретрика. Да ты пиздобол. Не, ну есть, но там он ПВП. Ну что, мы в 5 хилов будем бить? Ну давайте решать, я успехнул. На успехе с ретрика ПВП. Я тоже что-то 209 пинг стал. Клонский, да почему мы тебя ждем все время так долго? Мы в это время уже на чумку подходим. Блин, это вы молодцы. Это у вас хорошо. Давайте фулбаф по рейду, пинг растет. Хуя не понимаю, 206. Давайте фулбаф. Поклонский, бери меня в таргет, нажимай капли. Поклонский, нажимай каплю и сакру. Хорош. Каплю я так и не увидел. Да, давайте чекну пол. Не пульте босса до того, как я не скажу. Нейкист, Дизонер, Шурупец. Нейкист. Кулак, каску, блять. Вот что-то пишет на английском. Все готовы. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Вары на хп кричите. Трэш справа не добили. Ты не в сил. Бьем босс. Контроль. А, да там хил там, забейте. Давайте, босс.
трэш. Все в трэш играем, быстрее. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Контроль, приготовились. И переводим босса. Все в босса играем, и контроль сейчас будет. Ебать вы пидорасы просто. Эстай, поднимай Эршама. Два друида, заливайте ему ману. Лови трэш, Рома. Да ловлю. Ебать, ну как ты умираешь второй раз? Что за хуйня? Опять капли. Сова, поднимай протопала. Бафы протопаладина. Пулы на Джеймса. Бафы Эршаму и протопала. Духи смотрим. Контроль ШП. На Роял Дир игру. На пул на Джеймса, боже мой, пожалуйста. Еще разбойник один на пул, дай заберу. Видите, какой я молодец. У меня, правда, пинг большой по какой-то причине. Контроль, контроль двух ретриков. Какой-то вар молодец. Гера будет, наверное. Давайте Геру шамана. Я забыл про нее и думать. Сука, это тоже от капли сдох второй? Нет. Я отлагал. Пулы на Гелда. Давайте, поднимайте. Можешь весь этот шмот отдать Поклонск. Что, не одетый лица? Давайте, меняйтесь обратно спеками с вами. Что? Что? Спрашиваю, у Дианы или у нее одетый лица? А? Я только подошла, что? Он спрашивает, почему ты так мало нахилил, он опять тебя хочет ненавидеть, как других тёлочек. Да потому что ну, типа... у меня вообще шмот стрёмный, и я просто щитки кидаю, и там, эту молитву, и исходить надо. Охуеть, зачем молитва? Ну, которая отдать для лидера. Мгновенная, которая там... Она знает. ГКД вешает. Ну, не знаю. Да я не умею затупить. Да ты не такого не. Я даже стату не собрал, не подняла. Так у ДЦ же одна стата, типа, сила за спину. СПД? Ну да. Ну, у меня там вроде не было ходить сюда. Ну, можно крит еще, но крит СПД там, что больше ничего. Yeah.
чем крит поглощение инфлитирует? Так, там крит от щитка, это щиток, а не больше один щиток вешается. Кто не берет ранцы, тот вонючая какахуня. Я после щитка 5 минут пока. Кто не взял ранцы, тот какахуня. Блять. Давайте, чек на пол. Стою. Поклонский, ты заебал. Брат. Дайте бафы по шаману. Ткните в шкаф. Ткните в шкаф. Ткните в сумму. Левая пушка, самая левая, свободна. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Ортрон, взлетаем. Нейтис просит все лапы. Ой, все баф. Вы видите, что это там вдалеке? Кому не жалко, дайте Нейтис баф. Оксана, если тебя не затруднит, мне бы хотелось, чтобы ты наносила урон моба. Я сижу в пушке и нанес урона почти столько же, сколько и ты. Тоже, пожалуйста, подамажь чуть-чуть. Шустрый завис, не открывайте, пожалуйста, вот. Слышно меня или меня дисконуло? Да, слышно. Чем еще не добили, я что-то побежал уже попасть. Развис. Нет, сейчас нужно перезайти через панель задач. Сейчас поснимаю задачи. Сейчас перезахожу. Ребята, я вас сразу предупреждаю, кто ролит шею с этого босса величайшего, тот автоматически попадает в черный список самого прекрасного релла.
как бы никто не запрещает ее ролить, ну, понимаете? Блять, я застрял в текстах, это что, карма? Присумоньте, пожалуйста. Я 20 человек, наверное, нахуй послали, не сюда. Сразу зарядили негатив. Блин, суманите там куда-нибудь, я сижу в текстурах. Почему 23? Думаешь, все-таки какому-то ДК не нужна эта шея? А, все, я здесь. Большое спасибо, что меня присуманили. Иду добывать добычу. Не бегайте этим мамонтом, если стали, то стойте. Контролит. Разумеется, что... Да, я сейчас с ГПшкой патруль. А кто осколки забирает? Никто. Давай я варом зайду на осколки. Счет на мейн. Счет. И кто это говорит? Какой он? Кем ты сейчас в рейде? А я от шамы. Навряд получится. Охуеть. Конечно, ты зайдешь сейчас. Фротон, ты на мейн ролишь? Да пусть заходит на вара Войда Лепеста. Ну как он там, Аршам 5.8, Джерри он какой-то. Да ладно, я с теми, с этими осколками, давайте время сейчас еще терять, потом. Не, ну тоже плохо, что осколки пропадают. Ну пускай другой кто-то зайдет, ну а где хилом взять? Ну, короче, за 10%. Это, наверное, там АДК не за 10%. Топор, разбойник, нужен тебе топор вот такой сильнейший? Только не знаю, сколько он ГП стоит. Поскольку ты сотку выкинул, эти мало. Я не знаю, сколько он стоит, честно. Да так. Это фу. Нисколько. Это за фу ты кинул. А, то есть еще меньше надо? Да вообще так отдай. Да все. Сними, ну, в натуре. Ну, вообще только короги носит и все. Кто мне так шмот отдавал? Ну ты же не рога. Жалко, не 2.60, я позабрал на МХ. Я и рога, и вар, и хил, и кастер. Ой, а ты какая разносторонняя личность, человек на пол. Жнец, чтец, дудец, блядь. Филиппец. Дизонер. И что-то там Роял какой-то. На нервах. Все готовы? Билет. Запустил Саурфанга. Многоуважаемый рейд, пожалуйста, все, кроме разбойника, должны надамажить в трэш 80 тысяч урона. Тогда у вас будет кот. Член на 8 сантиметров длиннее. Ну, кот, не знаю, кот. Я котом бил трэш, правда, не ДПС был 10к, но я... Ну вот. У тебя в любом случае будет 10к. 16к. Ну давай, если 16 не дашь, то ГП за трэш. Без проблем. Но если что, совы, звездопад по трэш, ШП прикосновения вампира на трэш. И все. Больше никем не знаю. Ну варом, вроде как и в ретриком берешь трэш в таргет, бьешь вихрем или гневом этим, как его. Ну, ретриковской залупой. Боли вообще-то бьешь. И типа урон по двум таргетам наносит. Да. Ну типа, да, две цели у тебя тогда будет. Ну, и член. Девочки, кому член не хочется, сами разберитесь там с собой. А что 10%? Ну я же разбойнику отдал. А, не, ну тебе нет, ДК, тебе на мейн, братан. Наруч, ты ж, это же мейн-спек для анхолика. Думал, вдруг там варка. Ну когда сам ролишь, это как раз половина будет. Хотите узнать, сколь могущественна плеть? Рост, когда сурок прибежит. Давайте, героизм. Кинул боб, короче, вам ГП. Какая-то мразота кинула. Просто завидую, что ты даешь 16, а они не дают.
Готовимся к трэшу, все в трэш поиграем. Охуенные танки, ребята! Охуенные! Эрдру, поднимай меня. Ебать, порчу кинул на трэш, моб пришел, убил. Пидорасы. Шо, мне кажется, я знаю, кто эти кинул. А я на тебя и не говорил. Мага захиливайте, кто-то. Я на тестерах посижу. Что лучше частицу на мага кинуть? Спасибо, ребят, что дали по ДПС и большое. Приятно. Джерион, кидай на меня боб, Джерион. Да. А куда ты дел свой боб? На коту. Нахуя? Ну, это просто так. Наручи на мой. Ровно 5 минут. Давай. Эльха там вроде СРС-ки наручили, топовые, да? Да я не знаю. Токен на мой. Момент, стой. Момент, стой. Спасибо. Пошлите на чумку. Да ему боб кинули в стекло. У меня танки уронили. Ребята, стесняетесь? Да, нет. Стесняется, Дань, ты двух загрел. Отойдите к воротам все. В череп играем, в левую, в череп. Быстрее в череп. Все фулл ДД в череп. Кто АФК, что тот гомосек и тральк. Точечно череп разносим. Вторую вальку быстрее, вторую вальку. Также череп повесил, быстрее в нее. Диспел с нее. Красавчик. Теперь АУЕ. Если есть войско, можете войско отдать, если страшно. Масс диспел там присты покастуйте. Войд, кастуй масс диспел. Тут все, наверное, играли за котов без мод. Ты зря кичишься там, не знаю, слово какое. Не, я же говорю, что мне все равно. Просто человек говорит, почему не переключаться. Я говорю, потому что ДПС падает. Он такой, что-то говорит. Я ему говорю, ну, у всех падает, и что?
Шипер и стёр ДПС, когда трэш бьёшь. Ну, я про милик. Да не, на миликом если нормально. Чтобы у фуры падал ДПС на трэш, просто о чём? Он от вихры никакой ДПС. Скажи, не это стола. У вас же одно название под ником, зачем вы ругаете? Ладно, мы с Войдом, он пидор, я натурал, но вы-то зачем? С чем ты стала? Сука, нормальная шутка была про Войда, никто не засмеял. ГП всем ночью начислил, я вас заскрин. Не, я просто кнопку не нажал. Ты спел с хила. Боже мой. Бегай. Такое ощущение, что я один стараюсь в этом рейде. Вы будете вообще играть или нет? Пародия на Джерриона. Давай вечер пародию устроим. Давай. Я не знаю, кого сейчас пародировал. Я так просто образно. Я думаю, каждый узнал кого-то для себя. Да, скажи честно, как ты? Ты меня специально уронил на сотку? Не специально. Ну ты ж видел, я хваткой забрал, но опоздал на буквально долю секунды. Это было обидно. Опоздал буквально на одного луна. Я не знаю. Ну я не видел метки, не помню. Просто пришел и убил меня. Я одну порчу на тебя. Агрю левую собаку, сейчас ловушка будет левая, стойте там, пожалуйста, братишки. Не агрите правую. Ёпта, она догоняет. Такая большая, бегает быстро. Ваф, ваф. Направо все, пойдемте, все, не стойте. Пошлите, пошлите. Ты гнусавишь, что ли? Сейчас ловушка. Смотрели все ходячих мертвецов? Нет. Эш против зловещих мертвецов. Я смотрел ходячих мертвецов. Последнюю серию видел? Да. Так себе, правда? Ну чё-то как-то развязка, да, вообще. Ещё злодеи вот этих новых, которых придумали, вообще. Бля, дайте мод.
Да мы ничего не говорим. Ладно. На рейндже 4 ШП, охотник, 2 флилока и сова. Первый на рейндж демон выходит, второй элем, третий маг. Все скажу, все расскажу. 4 ШП, 2 флика, хан, сова. 10 секунд просит Аршам. Давайте, кушайте рыбу, пейте, ешьте, не подходите к боссу, проверяйте бафы. Каску лока. Каску лока. Протос. Прото дайте. Прото кому? Какой класс? Класс какой у тебя? Да все уже дали. Чек на запуск этого босса. Болячки не диспелим, рост с пула. Если хилить сложно, Джерион диспель там для себя. Джерион, что не так? Мана? Ты можешь запускать. Еще раз чекаю, что-то пропустил. Подождите, подождите, подождите. Все готовы, начинай, дай. Бля, пета нет. Почему? Давайте рост. Близнее от рейда только отворачивайте присты, никто не отпускает их, уход в тень не жмем. Оксана, прожимай глыбу, пожалуйста, глыбу. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Блин, если можешь, нажимай ее снова, конечно. Еще большое. Да что такое? Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! О нет, хильте, хильте, хильте! Пожалуйста! Отличные новости, народ! Гнилоборд сдох! Но есть... Давно какой-то падает. Если вам нужен лут какой-то, просите у Поклонского без ГП. Ого, да я поэт. Потрясающе. Боял, красава, почти 21. Не готово.
Давайте одну спору к звездочке несем, одну спору к ромбику. Линганите хп из гниломорта, пожалуйста. Чек на пол. Можешь взять тотема в центр? Чё? Тотема в центр. Все готовы? Ну, как сторгуешься с шаманами, начинайте. Шаман, пельмень, шаман. Три раза на гнилом привал, уже тут ты. Оксана, неси спору к звездочке, пожалуйста. Рубец, ты будешь так отбегать, мы заболеем Мелизону с тобой. Ой, извини, Кралька. Ну или я тебя извиню. У вас тоже там Лич что-то рассказывает? Нет. Это починили эту грань, походу. Типа кромбику никто не принес грусть. Мне просто интересно, по какому принципу он там разговаривает. Сакру, сакру. Ой, блин. Короче, лагаю, все доты пропали, ничего не понимаю. Ура, тапки не упали. Был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил. Хант, нужен поезд тебе. Я его даже чувствую. Весь слут опять у Поклонска. У меня собака петовская, как бегает быстро. Я
Так, то иди наверх. Эстай, ты знаешь, что тут делать надо за Эрдру? Да. Блин, да почему так лагает? Блин, даже своего нет. Всех лаги жесткие? Нет. Лагает, но типа... Пошли.